Дворец творчества детей и молодежи – сплоченный, слаженный коллектив. Преподаватели и сотрудники доказывают это не только умением работать в команде и грамотным распределением функционала, победами на конкурсах и фестивалях, участием в семинарах и конференциях, но и коллективным отдыхом за пределами нашего города. В конце плодотворного учебного года директор дворца Ирина Сизова организовала для коллег поездку в город Казань. Экскурсионный автобус за ночь доставил зареченцев в столицу Республики Татарстан. С тысячелетней историей встретил гостей пасмурной погодой, но это не омрачило путешествие. Архитектурный ансамбль исторического центра города очаровал наших земляков своей красотой и национальным колоритом. Путешествие началось с обзорной экскурсии по городу. Современные постройки прекрасно сочетаются со старинными особняками, зданиями промышленной и культовой архитектуры 19-го и начала 20-го веков, создавая единый ансамбль и дополняя друг друга. Кроме того, зареченцы посетили Азимовскую мечеть, комплекс Казанского Кремля, Казанский Богородицкий монастырь, Национальный культурный центр Казань и Раифский Богородицкий монастырь. Конечно, за один день трудно посетить все достопримечательности большого города с богатой историей. Но путешественники остались довольны экскурсией. В Казани я первый раз, несмотря на капризы погоды, поездка оказалась очень удачной. Я удивлена, что в Казани множество православных храмов. И вот этот синтез религии, он накладывает свой отпечаток. Сам город, конечно, красивый, очень много, причем такое сочетание старинных зданий, которые в прекрасном состоянии сохранились или реставрируются, и уже современных зданий, которые построены и к универсиаде, и к тысячелетию Казани. Ну, то есть вот очень интересно. Очень впечатлило, конечно, наш экскурсовод. Больше всего мне понравился, потому что настрой вот на получение таких впечатлений дал нам именно наш экскурсовод Сергей. Наша группа отличается такой дружелюбностью, веселым настроем. А где бы мы ни были, у вас всегда поднятое настроение. Очень понравилось то, что вы стараетесь в каждом вот месте, где мы бывали, что-то какую-то изюминку находить.